Одесской области найдено обгоревшее тело мужчины, смерть которого наступила в результате насилия. Около свалки на окраине города Болград было найдено обгоревшее тело. На место преступления прибыли сотрудники полиции, которые выяснили лицо неизвестного. Им оказался 37-летний житель села Виноградовка Болградского района. Также на теле были обнаружены признаки насилия. В ходе следственных мероприятий были установлены лица, совершивших дерзкое убийство. Выяснено, что накануне потерпевший вместе со знакомыми распивали спиртные напитки. Позже между мужчинами возник конфликт из-за женщины. Выяснять отношения мужчины решили за городом. Но уже в дороге словесный конфликт перерос в драку. Злоумышленники остановили авто, вытянули потерпевшего и нанесли многочисленное количество ударов металлическими инструментами. После чего, убедившись в его смерти, облили тело бензином и подожгли. Уже на утро полиция задержала злоумышленников. Изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертное исследование. По-гарячому особи злоумисників були встановлені та в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримані. По даному факту начато кримінальне производство. Злоумышленникам угрожає наказання в виде лишения свободи на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.